Другим темам. С завтрашнего дня проезд на автобусах в Красноярске будет стоить 36 рублей. Это на 4 рубля больше, чем было. Поправки, принятые Министерством тарифной политики края, начинают действовать с 1 марта. Напомню, перевозчики требовали поднять цены на проезд сразу на 24 рубля. Якобы нынешние тарифы не покрывают расходы на бензин, ремонт подвижного состава и зарплату персонала. Однако краевые власти провели экономическую экспертизу и решили, что максимально плату за проезд можно поднять только на 4 рубля. Настолько же подскочили цены на троллейбусы и трамваи. Поездка теперь будет стоить 32 рубля. На пригородных электричках цены также увеличатся почти на 14%. Мы спросили красноярцев, что они думают о повышении тарифов. Ну, неоправданно повышение. Качество оставляет желать лучшего. Например, что не устраивает? Автобусы грязные, ходят редко. Везде цены повышаются, на бензин повышается, почему здесь нет? То есть приемлемая цена, согласны? Я считаю, что да. Не 56 рублей. Боялись, что будет 56? Конечно, конечно. Это уже значительное повышение. Не хочется платить больше, как и всем. А какая цена, как думаете, была бы приемлемой? Да хотя бы осталась бы прежней. Наверное, нужно и водителей тоже понять, маршрутчиков. Может, на топливо поднимаются цены постоянно. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Согласны с этим повышением? Нет. Почему? Что денег мало. То есть ударит по карману? Ну да, потому что часто ездим. То есть туда в институт, назад в институт. Вот, точнее, домой. Ну, если они так посчитали нужным повысить, значит, так надо. А вот вы довольны качеством обслуживания там? Ну, наверное, нет. Нет. Ну, всегда такие грязные автобусы, всегда много народу. И как бы вроде Красноярска очень много автобусов, и все равно как бы мало места. Повышение цен, это, конечно, всегда плохо. Цены подорожали, а зарплаты нету. Зарплата на остается на своем месте. Ты согласна? Это нет. Правда? Почему? Нет. Ну, потому что бывает, и что автобусы плохо ходят, не по расписанию опаздывают. А в холода вообще сильно стоим и мерзнем здесь.